Заведение, которое располагается на улице Мира, 43, по праву можно считать точкой притяжения в Азове. Здесь на протяжении нескольких лет находилась пиццерия «Маскарпоне». За это время азовчане привыкли к высокому качеству обслуживания, разнообразному меню и вполне себе приемлемым ценам. Но время не стоит на месте, а рыночные отношения требуют новых подходов. Поэтому, проведя мониторинг и изучив потребительский спрос, руководство сети «Маскарпоне» приняло решение об открытии первого городского паба. Это заведение открыто на основе пиццерии «Маскарпоне», которая существовала здесь 5 лет. Но от пиццерии «Маскарпоне», для тех, кто ее знал, мы оставили все самые приятные штуки, все самые приятные, так сказать, ну, в кавычках, ништяки. Вот, поэтому мы ждем наших старых гостей и рады будем видеть новых. За годы работы у «Маскарпоне» появились постоянные посетители, которые остаются верны своим предпочтениям. Я уже 3 года сюда хожу. Очень изумительный. Каждый год меняется интерьер. Каждый год напитки меняются, блюда. Все в лучшую сторону. Очень здорово. Вот сегодня опять зашел перекусить. Очень вкусно кормят, хорошая кухня. То есть всем советуете? Советую обязательно посетить. Несмотря на приобретенную известность в городе, кто-то впервые открывает для себя мир «Маскарпоне». Зашли сюда, были приятно удивлены. Очень понравился интерьер, прям такой шикарный. Для Азова, ну, мы ходим много где по кафе, уже так уже разбираемся. Прям так удивились. Вкусная еда, такая атмосфера приятная. Будем сюда еще раз ходить. Советую молодежи сюда ходить. Вот, когда будут футбол показывать, можно будет посмотреть. С семьей прийти, отлично отдохнуть. Ранее пиццерия «Маскарпоне» на улице Мира предлагала 2 площадки для своих гостей, одна из которых имела статус летней. Теперь концепция изменилась, и зал стал практически круглогодичным. На данном этапе он будет, ну, практически 11 месяцев в году работать в полном режиме, как зимний сад. Также он преобразился в плане того, что здесь можно будет посмотреть любимые трансляции, футбольные, хоккейные, прямые трансляции футбольных матчей, в том числе с участием российских команд. Вот. В хорошей дружеской атмосфере, праздника, веселья. Новый дизайн располагает к дружеской беседе. Теплый зал оборудован мягкими диванами, 2 плазменными панелями и прекрасным звуком. Здесь можно с удовольствием провести время и посмотреть прямые трансляции спортивных событий. Помимо внешнего облика, изменилось и меню. В меню поменялось, в принципе, все. 99% блюд были заменены на новые. Да? То есть в меню есть, в принципе, все. И салатная группа, горячие закуски, сеты. Сеты для пива, под пиво. Есть огромный ассортимент вторых горячих блюд. То есть, безусловно, остались, конечно же, любимые десерты. Мы постараемся удовлетворить самые взыскательные требования. Вот. И ждем вас в субботу, 16 марта, 18:00. У нас будет вкусно, будет здорово, будут призы и подарки. Приходите к нам, мы рады вам всегда. Екатерина Четверякова, Юрий Друзякин, Азов.Инфо.